在彼此陌生的空间喘息，你在演我，我在看你，就像一幕难忘的电影，眼里的感动已经击中心灵。Ё-моё, у меня здесь какие-то другие ощущения. При всем при том, насколько хорошо я знаю Димаша. В этой песне что-то такое. Это как разговор двух влюбленных, и они пока во всем согласны. В ней такое странное сочетание. Я говорю про вот эти... Про вот это азиатское вокальное звучание. Но в то же время в этом голосе есть что-то такое английское. И это очень странно. Посмотрите на это воодушевленное лицо с блестящими глазами, которое смотрит на Димаша. Между ними есть какая-то химия. Это не просто вышел и спел, и разбежались по домам. Нет. Здесь есть некое взаимодействие. На что только что я ответил, Димаш. У нас тут вырисовывается настоящий разговор между влюбленными. Перед нами какой-то другой Димаш. Димаш начал петь эту песню примерно вот так. Я к тому, что это прозвучало как музыкальный театр, опера. Вы видели лицо Димаша? Я сразу определил, что оно другое. Как будто это был совсем другой человек. Наши голубки вот-вот сольются, и у них не прям такая гармония, хотя это гармония, но на самом деле они не поют разные ноты и не поют одинаковые вокальные партии. Димаш находится на одной октаве, а она поет на октаву выше, даже не зная, что будет дальше. Я здесь остановлю, потому что я хочу кое-что пересмотреть, пока это не стало чем-то совсем безумным. Конечно, Димаш исполнил эту часть песни
своим типичным голосом, который мы все знаем. И я считаю, что этот голос у него самый-самый. Когда он начинает петь как тенор, то не сразу понятно, что это поет один и тот же человек. А потом, когда он зазвучит как сопрано, и появляются все эти новые тона, тогда уже вообще ничего не понятно. Ладно, я давно слушаю Димаша. Но если показать это кому-то другому, они подумают, что это поет другой человек. Вот что я хотел сказать. Это вот чисто димашевское звучание. Сейчас, слушайте. Это уже будет его третий голос. Это называется момент открытия. То, что они только что сделали. Это когда звучание песни становится максимально тихим. И это нормально, потому что это песня. И здесь красивейшая аранжировка. Я не знаю. Эта песня популярна в Китае? Они преподносят ее как народную песню. Вот он, тот самый момент. Я вам говорил про максимально тихое звучание. Когда вся песня одинаковая по громкости, и потом добавляется мажорный аккорд, это придает свежести. Немаловажную роль здесь играет оркестр, но решающая роль все-таки за голосом. Поэтому здесь такое чувство. Все будто разваливается на части. Есть в этом что-то диснеевское. Я имею в виду вот эти ноты. Вот оно, волшебство. Крутота! Это Джеки Чан? Не верю своим глазам, не верю своим ушам. И это любопытный факт. Димаш — ярый фанат Джеки Чана. Я помню, когда он встретил Джеки Чана. Никогда не видел, чтобы Димаш так нервничал. Это презентация не только Димаша. Это презентация события, куда они его позвали. И в нем что-то изменилось. Что-то с прической. Мне нравится, что они позвали Димаша на такое важное мероприятие. И они предоставили все для него. Все условия, чтобы блистать. Я про оркестр, декорации, всех этих людей со светящимися шариками. Все это делается для зрелищности и шоу, так как на это смотрят миллионы глаз.
Другими словами, это не концерт Димаша, но это еще один повод удивить мир. Как тогда, когда он выступал перед боем Головкина и спел национальный гимн. Так все же там чуть с ума не посходили. Мне нравится, что вот такие выступления все больше раскрывают нам его возможности. И знаете, если он вцепился в песню, то это всегда выпученные глаза и разинутые рты. Все, что мы услышали за эти 2 минуты 57 секунд, это вокальный диапазон Димаша, который он демонстрирует во всех своих песнях. Конечно, там везде разные стили. Например, иногда это вокальный зевок, а иногда это больше гортанный звук. Возможно, здесь все это не проявится. Но он уже прокатил нас по этим различным звучаниям, привнося в свой голос разнообразные нюансы. Послушайте вот это. Вот это мощь, вот это силушка, и как он преобразует ее. Это высший класс. Переход на такую вышину — это же практически женское звучание. И это после такого мощного голоса. Сейчас она поет припев, в то время как Димаш создает все эти завитушки, которые являются вокальными украшениями. Вот так же, только на 2 километра выше. Пишут, что его прическа в стиле Элвиса Пресли. Смотрите, смотрите. Его воздушный поток — это нечто невероятное. Все это превращается в одну большую гулянку. До этого, я думаю, это стоит того, чтобы отметить. После того, как закончились вокальные завитушки с этими высоченными нотами, там был еще один прибамбас. Как же он его исполнил? Вот это! Сверхвысоко. Ядрита будита, все мурашами крыто. Не знаю, как вам, но для меня Димаш каждый раз расширяет свой репертуар. Всегда что-то новое. Например, вот это. Это как... взять свистковую ноту и потом опуститься в фальцет и сделать это так элегантно. Боже! Сейчас, как вы поняли, все исполняет хор. Вы слышали эти свистковые ноты?
Какого Хуана? Что, блин, с ним не так? Совсем слетел с катушек. Он уже просто выпендривается. Хотя здесь лишь малая часть вокального арсенала Димаша. Да тут же совсем ничего. Но он старается проявить себя. И сначала до конца он выражает почтение своей соседке по сцене. Или... Я не знаю, как правильно. Мое почтение. Я думаю, они хорошо дополняют друг друга. И что еще важнее, между ними есть химия. Вот этот их разговор в начале друг с другом. Все это очень театрально. И сейчас там уже началась фиеста. Вечеринка. С оркестром. С ума сойти. Гляньте-ка, смотрите, на этих пузатеньких собачек. Да какие собачки, это же панды. Вот это самоуверенность, абсолютная уверенность в себе. Спасибо тебе, Димаш, за то, что продолжаешь радовать нас своими чудесами. Всех фанатов и не фанатов. И по-прежнему доказываешь, что самый лучший голос на планете — это... Димаш Кудайберген.